Копченую курицу нарезаю небольшими кусочками. Свежий огурчик нарежу соломкой. Обязательно немного зеленого лука. Ну а теперь добавляю фасоль, красную и белую. Заправляю салат майонезом и перемешиваю. Салат готов. Ну что, где моя большая вилка? Очень люблю фасоль. Вкусно. А посолить-то забыла. У вас такое бывает? А вообще очень вкусно и здорово. Ребята, жду ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Давайте готовить вместе. Вкусно, быстро и просто. Прошу к столу и приятного вам аппетита!